ребята, всем очередной привет. На связи с LC Fight News. И рядом со мной участник финального боя Юрий Сацук. И чтобы поближе познакомить вас с ним, мы сейчас ему зададим пару интересных вопросов. Расскажите, как вы группу представляете? Я представляю, я очень давно выступаю за Чинук. Да. Правильно. Легендарный клуб Чинук, ребята. Пожалуйста, посмотрите, очень интересные ребята, талантливые и хорошо дерутся. Ну и наш второй вопрос. Расскажи немножко, наши зрители, конечно, его посмотрят, но все же хотелось бы из твоих уст услышать. Расскажи немножко про свой бой, все ли получилось, про соперника. Вот эти нюансы. Ну, как всегда, наверное, не все получается, то, что ты задумал. Просто постоянно я узнал бой за месяц и постоянно готовился к разным соперникам. То готовился под одного соперника, там какая-то травма случилась, там кто-то готовился по-другому, кто готовился по-третьему. Вот, за две недели, по-моему, там даже меньше, я узнал об этом парне, вот, что мы с ним деремся. И там, где я всегда ищу соперников в Ютубе, я не нашел, то есть я, в принципе, даже не знал, высокий, низкий, какой он, и поэтому мне приходилось именно в ринге ориентироваться в ринге, понимать, что он из себя представляет. Ну, в итоге для наших подписчиков ты победил. Мы тебя обязательно за эту победу поздравляем. Ну и третий мой вопрос. Расскажи про свои планы, чтобы наши подписчики, может, где-то посмотрели на тебя, может, там чемпионат. Тренироваться, выступать дальше, готовиться к дальнейшим боям, если не ошибаюсь. Сергей Иванович планирует через месяц снова сделать бой. Значит, в принципе, недолго ждать осталось. Для тех, кому понравился бой Юрия, вы можете посмотреть уже буквально через месяц его новые выступления. Ну и давай тогда заключительный мой вопрос. Давай посоветуй что-нибудь. Вот я, пока мы с тобой стояли, к тебе пришло 4 девчонки, сказали, что ты супер крутой. Расскажи нашим подписчикам, как тренироваться, там, я не знаю, как стать сильными, выступать, и чтобы тоже они были поклонницы. Заниматься боксом и есть побольше витаминов. Спасибо. Спасибо.